Здравствуйте. Сегодня Зацепина Ирина, 9 лет, и ее мама Зацепина Ольга Сергеевна примут участие в марафоне семейного чтения фонда «Живая классика». И мы хотим зачитать отрывок из рассказа Николая Носова «Замазка». Ну, поехали. Тут прибежал Шурик и сел рядом с другой стороны. «Где замазка?» – спрашивает. «Тише!» – прошептал Костя и покосился на гражданина. «Кто это?» – спрашивает Шурик. «Не знаю». «Чего ж ты его боишься?» «Он на замазке сидит». «Зачем же ты отдал ему?» «Я не давал, а он сел». «Так забери». Тут погас свет и началось кино. «Дяденька», — сказал Костя, — «отдайте замазку». «Какую замазку?» «Которую мы из окна выковырили». «Из окна выковырили?» «Ну да, отдайте, дядя». «Да я ведь не брал у вас». «Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней». «Сижу». «Ну да». Гражданин подскочил на стуле. «Чего ж ты раньше молчал, негодный?» «Так я ведь говорил вам, что место занято». «Когда же ты говорил? Когда я сел уже?» «Откуда же узнал, что вы сядете?» Гражданин встал и принялся шарить на стуле. «Ты бы рекомендовала этот рассказ другим детям?» «Да». «А почему бы ты его рекомендовала?» «Ну, потому что там есть юмор». «Смешной рассказ, да?» «Да». Угу.